Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Boom Slinger. Так, поехали. А, погоди, секундочку, у нас же здесь готовое яйцо. Новые эмоджи. И все, что ли? Че так жидко-то? Нет, ну, ладно, ребят, давайте прокачаем. Так, монетки есть? Есть. До второго уровня. О, как. Ну что, теперь самое время пойти и навалять нашим врагам. У нас, кстати, какая-то новая интересная карта. Сейчас посмотрим. А, нет, подожди. Это у нас будет. Опять зима, что ли? Блин, зимой это плохо. Это скользко. Это можно упасть. Сразу начинаем с пердежа, да? Так, ну, если я, допустим, вот так вот. Ой, дурак. Да. Правильно, что он обзывается. Так, как там? Да, лучшего я, конечно, и придумать не мог. Да. Что он делает? Ага. Слушай-ка, смотри. Я могу слая сейчас, в принципе. Блин, ну ходит нюк. Ну ё-моё, ну. Опа. И все. Вот сейчас слай будет. Вот что он сейчас будет делать? Ой, зря ты это... А вот это что такое? Это что-то новенькое, ребят. Я не знаю, что это такое вообще было. Досталось больше ему, чем мне, на самом-то деле. Ну, давай еще и бомбочку сюда. Блин, жалко, она ему урон не нанесла. Так, ну что, А давай мы, наверное, сделаем вот так вот. Фу ты, какой прыжок, твою налево. Иди отсюда. Чтоб духу твоего здесь не было. Так, он, наверное, будет сейчас сюда метить. Я прав? Да, ребята, я был прав. Ну что, угостим братка? Угостил твою налево, братка. Ему надо разбираться с жабочкой, да? Ты серьезно? Ай, олух. А вот это плохо. Да. Вот что ты прикажешь мне делать? Я вообще не знаю, что тут можно сделать, ребят. Зарядить... Да ну, это бред. Это не пробивается, лед не пробить вообще ничем. Ах! Я не могу, ребят. Это надо было так тупануть, улетел еще. Ой. Я даже практически ничего не сделал. Он сам себя убил. Да, цыплята? Ну, давай ждем следующего. Я говорю, ребята, снежная локация — это лед. Скользко, упасть можно и тому подобное. Нифига у него шапка в виде глаза. Упс. Че, я первый начинаю, да? Закинуть ему туда подарочек, что ли? На, ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да как же так-то? А вот это больно будет сейчас. Сейчас он что-нибудь, бомбочку сюда мне закинет. Вот как он делает. Пробивным. Но у него не получился этот фокус. Надо его как-то гасить. Как мы его будем гасить? Во-первых, я отсюда выпрыгну.
Вот так вот. Это первое, что надо было сделать. Второе, наверное. Вот так вот. Мау. Мау. С рыбкой на голове. Почему у меня нет ни одного головного убора? Мяу, мяу. Ага, пробивает. Неплохая тактика на самом деле была. Че, влупим ему? Да какого, блин? Вот здесь, конечно, вообще печалька прям. Вообще прям печалька печальна. Вот здесь я его могу выкинуть. Если, конечно, он меня сейчас подобьет. А он меня подобьет. Ай, не могу, ребят. Это просто смех. Катись колбаской отсюда. В конце правильно все сделали. И не более. Блин, подожди. Ай, не успел, да, выйти? Нет, успел. Я хотел просто награду забрать. Ага. Так, 25 кристаллов у нас дальше идет. Походу. Угу. Че, а у меня два пингвина. Зачем мне два пингвинчика? Скажи мне на милость. Прокачаем карту. Фу. Запшикал. Так, плюс два самоцвета получили. Ну что, двигаемся дальше. Я не намерен на этом заканчивать. Жабаненок твой. Тин-тин-тин. Еще под музыку. Пам-пам-парам-пам. Ого. Красный череп. Смотрим. Блин, почему я первый начинаю ходить? Мне не особо нравится. Нет, фигня какая-то получается. Я, наверное, пропущу ход. Ага, а он все-таки не стал пропускать. Давай, пускай бомбит. Отлично. Но если он сюда попадет, я боюсь, мне будет плохо. Если мы сюда запрыгнем. Ну, на снег, насколько я помню, запрыгивать можно. Ты дуралей, ты че сделал? Канаюк. Вот это беда, ребята. Любой снежок, ну, что-либо подобьет сейчас, и мой рейчик упадет. Он, ну, еще он знает, что надо. Все. Да ладно. Вот это да, вот это сфейлился называется. Твою налево, блин. Так глупо, блин. Ну и чё тут? То же самое, да, почти? Почти те же самые. Смотри, как интересно. Ха, мы ходим первыми. Просто пробили чувачка. Ну и что-то там, лазер. Ага, вот так решил, да? Окей. Бомбанем, наверное, сюда он. Дик, что ты, бабушки? Так, он будет, наверное, навесиком что-то сюда бросать. Угу, попал. Хм.
Да куда ты, твою ж дивизию? Я помогаю нашему врагу, ребят. Неужели он сейчас сюда что-нибудь закинет, а? У него более удобная позиция, вот в чем дело. Ага, решил тоже навесиком. И звездочку свою же выкидывает. Как его достать-то, а? Был бы у меня прыжок, я бы выпрыгнул бы сюда бы и бомбанул бы. А у него прыжок. И чего? Окей. Так, вылетит мой песик, да? А это еще что? Ну тебе кранты, парень. Все, ты доигрался. Сейчас полетишь вот в эту... В эту пропасть у меня полетишь. Иди нафиг. Замечательно. Продолжаем наши битвы. Ага, Флекс. Крыса. И кто-то еще. Блин, ну... Ну они... Молодцы, поставили, конечно, меня в такую позицию здесь. Что, он пропустил ход, тупо говоря, да? Да, тут надо быть... Черт знает каким мастером, чтобы попасть. Флекс. Да. Эй, не попал. Что я могу здесь позволить? Слушай, давай, наверное, вот так вот. Ай, нет, фигня получается. Давай вот так вот. Да ё-моё, ну. Да ладно, блин. Лови подарочек. Он еще и выжил, блин. Ну и куда? Сюда что ты хочешь бомбануть? Корову. Ты серьезно? Вот тебе и пых, вот тебе и пых. Готов? Есть контакт. Ну что, остается вот этот вот мелкий хмырь. Что, 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 засуетился. Так, ну здесь я могу спокойненько уже пробивать, да? Слушай, а он же может сюда что-нибудь скинуть. Ё-моё. Ага. Коротковатые ручонки, парень. Даже не знаю, что придумать, да? Ну бас. Если, например, я перепрыгну вот сюда вот. Это опасно. Да куда ты, твою налево? Хотел вот эту вот сбить. А
Вот так, значит, да? Отлично. Блин. Закончим ход. Ну и что? Ну поменялся ты. Я тебе устрою, блин. Еще и промазал. Ой, нуб. Это раз тебе. А это тебе два. Все, победа. Стоит там. Морщится, так сказать. Давай, давай, давай. А сколько нам до следующего уровня осталось? Котик какой-то у нас тут прибыл. О, как. Не вздумай укатиться. Что, подарок ему забросить? Лети к чертовой бабушке. Чтобы знал свое место. Ага. Корову. Малорик. Отлично попал. Главное, что куда нужно. Ну что, закинем ему туда подарочек, наверное. В принципе, неплохо. Прыжок, ну ладно, сделай свой прыжок. Молодец. Ай, не могу, блин, ребят, это прыгнул, называется. Просто улетел. Блин, закончились, да, у нас эти награды. Ладно, давай тогда еще один поединочек сыграем. Подожди, а что-то можно... За рекламу, да, написано было, можно было энергию взять. Ну, допустим. Слушай, по-моему, мы вот такое уже видели. Какие кадры только тут не появляются в игре, ребят. Каких только квазимод здесь не увидишь. На снегу ты не так скользишь. На льду у тебя просто... Ну что? Ну что ты заюлил? Ну молодец. Это нуб какой-то. Это, ребята, самый... Ой. Канаю. Бумс. Ай-яй-яй-яй-яй. Не укатился. Да ты задолбался своими маленькими пиротехниками этими. Все? На, подарочек. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо. Гуляй, Вася. И спустил дух. Да, ребят, ну, как-то вот так. В общем, сегодня нормально так повоевали. Я практически даже не дрался. За меня все сделали сами они. Так, а что такое?
бустеры какие-то. Че себе. Бесплатно. Но это надо рекламку смотреть, да? Ух ты, смотри, какая-то. Горн. Ну что, ребята, на сегодня, пожалуй, буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.